Презентация глобального проекта по модернизации коммуналки Хакасии преподнесла еще один сюрприз. Неожиданно для всех на ней появился Александр Голышев. Он принял активное участие в обсуждениях. То какая разница, что вы в 2015 году обратитесь в ЭП или в инвестфонд, получите деньги и построите? Уж лучше это сделать в 2012 году. С высокого поста Голышев уволился по собственному желанию в начале года. И вот он вновь в Хакасии, но в более скромном статусе. Советник главы республики. Курировать Голышев будет коммунальную сферу и, в частности, новый 8-миллиардный проект модернизации системы ЖКХ.